Всем привет, и сначала спасибо огромное, что приехал, чтобы посмотреть наш фильм «Армис». Это фильм, который я делал вместе с братом Армис, Олег. Это фильм, который, конечно, только возможен из-за этого замечательного человека Армис, который из Луганска. Я считаю, сегодня это первый настоящий презентации. Я показывал фильм месяца назад в Питере, но так мне провел целый месяц, чтобы делать это лучше, чтобы это фильм, который пополняет потенциал. У меня огромная честь и огромное значение, чтобы первые презентации находятся здесь, именно в Луганске. Не только меня здесь, мама, папа, дочки, Яша и Соня, Армис и, конечно, его брат Олег. Так что это абсолютно это луганский фильм. Это фильм, который большинство снимал в Луганске. Это фильм, который Олег мучил, чтобы делать каждой подробности, как это должен быть в Луганске. Это фильм, который посвящает это замечательный город, который я все любим. И это фильм, который, конечно, я очень надеюсь, что вам будет нравиться и будет интересно. Так что не буду больше говорить, хочу сказать, что это фильм «Армис». Грэм, прокомментируй, пожалуйста. И люди стояли, да, то есть нужно было как-то организовать подвоз, да, из районов, потому что фильм очень достойный. Его нужно показывать в большом зале. Изначально не получил там попасть, но вроде уже сейчас получится. Богдан, постой. Олег, можно пару слов о фильме? Скажите пару слов. Понравился, я надеюсь, что... памятью не только моему брату, но и всем ребятам, которые погибли в этой нелегкой борьбе. Скажите, ведь фильм практически создан без каких-то колоссальных бюджетных средств, то есть вы сами своими силами его сделали. Да, то есть делали мы его дома на столе, снимали с Грэмчиком. Ругался на скайп. Ругались, да. Это надо, это. Поехали, я покажу, где есть Wi-Fi. Поехали. Все. Завтра вопрос. Так, ну что? Настя, ты самая лучшая. Спасибо большое, Грэм, мы тебя... Я люблю, Настя. Мы... Целуй меня, целуй. Привет, Луганская Галь. Я обижаю тебя, ребята. Держите, я всегда с тобой.